Все эти куклы не просто сувениры. Это обереги. У каждой куколки свое название. Женское счастье – оберег для девушек и женщин. Куклы-неразлучники, с общей на двоих рукой, специально для крепкой семейной жизни. Сегодняшний мастер-класс посвящен берегине дома. У нее есть свой секрет. В руке у нее узелок с зернышком и денежкой, чтобы в доме было сыто и богато, а хозяева имели крепкое здоровье. Кстати, эти маленькие рукотворные создания могут стать оберегами в прямом смысле для детей, больных раком. Да, когда это идет на благо, когда это на лечение детей, конечно, это только за. Народные умельцы решили оказать помощь орловским ребятишкам с этим недугом. И все собранные от продажи кукол средства пойдут на их лечение. Татьяна – мастер со стажем. Подобный мастер-класс для нее не первый. И дети, и взрослые, по словам Татьяны, с удовольствием присоединились. И только рады такому труду. Делали все просто с душой. Ну, на одном дыхании всем. И какая бы куколка у них такая не получилась, не очень аккуратненькая, не очень там такая удачная, они все ее сразу полюбили, и, ну, то есть они были от своей работы просто в восторге были. Кукла создается по лоскуточку и обязательно перевязывается красной нитью, символизирующей радость. Берегиню дома подвешивают над входной дверью. Кстати, себе мастер обереги не делает, это плохая примета. А вот знакомым и родным, разумеется, пожалуйста. На вопрос, правда ли куклы обереги помогают, Татьяна отвечает. Я думаю, по вере вашей будет вам, как говорят. Я думаю, что если верить в сказку, то сказка оживает. А помочь выздороветь детям можете и вы. Купить любую куклу народного мастера в торговом центре «Водолей» можно до 31 июля. Анна Немолякина, Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».